Так, это Франти, мы сделали гастроскопию. К сожалению, иголки в желудке нету. Вероятнее всего, она в конце 12-перстной кишки и выходит в брюшную часть, судя по рентгену. Гастроскоп, к сожалению, на ту область не зашел по длине. Ну вот. Просыпается уже. Завтра посмотрим в динамике снимки. Если игла осталась на месте, тогда придется делать, к сожалению, уже диагностическую лапаротомию. Дело в том, что иголка у нее была недавно. Иголка была недавно, потому что, посмотрите, два куска сырых мяса. В этих кусках ей дали иглу. А все остальное, весь кишечник забит травой. Она умирала от голода, ребята. От истощения, от голода. От холода, от морозов. И все твари шли мимо. А потом какой-то ублюдок еще и дал. Не пожалел же тварь взять два кусочка мяса и засунуть в них иголку. Она просто проглотила. Скорее всего, когда желудок начал сокращаться, иголка выпала из этого мяса. И пошла по кишечнику. Она бы все равно умерла, ребята. Ненавижу, ребята. Как же я ненавижу этих ублюдков. Это вчерашний снимок, край иглы проецируется на уровне тонкого отдела 12-перстной кишки, тонкого отдела кишечника. А на сегодняшнем снимке она полностью визуализируется на месте печени. Из печени ее достать, ну, я не смогу.